24 часа в сутки, 365 дней в неделю. Две бригады отделения неотложной скорой помощи всегда находятся в полной боевой готовности. Независимо от времени суток, диспетчер примет звонок. Причем не только тот, что придет на номер неотложной службы, но и тот, что поступит от подстанции скорой помощи. В летнее время сотрудники 6-й поликлиники принимают до 15 вызовов, зимой бывает и свыше 25. Отделение неотложной помощи активно работает с участковой службой. Это очень удобно. В каком плане? Участковый врач, выходя на вызов к пациенту, имеет право на себя вызвать бригаду неотложной помощи для оказания, допустим, лечебных там, допустим, процедур, да? Выполнения внутривенных, внутримышечных инъекций. И наоборот, находясь на вызове бригады неотложной помощи, оценивая состояние пациента, видя необходимость в продолжении наблюдения пациента участковым терапевтом, проведение коррекции лечения, да, передает актив на участковую службу. Отделение неотложной помощи тесно сотрудничает и с отделением стационара. Часто сотрудникам приходится оказывать помощь и в самой поликлинике. И, конечно же, нередки случаи, когда пациенты сами стучатся в двери отделения, порой и среди ночи. Два дня назад у нас был такой случай, что вечером привезли женщину с остановки с подозрением на ишемический инсульт. Бригада оказывала ей здесь помощь, и после оказания помощи была вызвана бригада реанимации с подстанции. И женщина была госпитализирована в отделении ЦГБ в ПСО. В летнее время много пациентов обращается в отделение с травмами, укусами животных и насекомых, аллергическими реакциями. За 9 месяцев работы неотложки по самообращению было обслужено 3082 человека. Укомплектация медикаментами у нас полная, согласно стандартам. Также у нас имеется медоборудование именно для оказания экстренной неотложной помощи. Есть кардиографы, для сердечно-легочной реанимации у нас есть мешок амбу. Номер диспетчерской службы неотложной помощи 58-62-19. Предельный радиус выезда бригады 18 километров. Гульнара Шарипова, Юрий Тимонин, репортер 73.